Идеальное предложение сегодняшнего дня. Набор «Большая уборка». Летний период, много пыли, дорогие друзья. Влажная уборка нам просто необходима. Ведро и швабра, которая отмывает все за считанные секунды и подстраивается именно под вас. Невероятно гуттаперчиво сегодня. И, конечно же, познакомит нас с этой шваброй и докажет нам, что эта швабра не оставляет ни одного развода и впитывает все. Наш уникальный эксперт, дорогие друзья, Алексей Мичурин сегодня для вас. Ну, я уже начал мыть полы, и вы видите, как легко швабра справляется с любыми загрязнениями на любой поверхности. Но самое главное то, что вы можете не только мыть полы, но еще и отжимать и полоскать тряпку. Так, у нас есть с вами голубой, салатовый и красный цвет в наличии. Цена 999 рублей. Оформляя свою доставку в пункты выдачи Евросети Связной, вы получаете ее бесплатно абсолютно. Алексей, у тебя было уйма здесь загрязнений. Да, да. Ты за 3 секунды, пока мы знакомились с цветами, все буквально отмыл и да, вымыл. Причем еще ни разу не полоскал, потому что хочу показать сейчас вот эту вот швабру. Посмотрите, какая она грязная. Посмотрите, какая тряпка, да? То есть все загрязнения, которые были на всех трех поверхностях, они теперь впитались в эту насадку. Но самое главное то, что вам не нужно руками до нее дотрагиваться. Вы ее перемещаете в наше многофункциональное ведро, так. Поскольку мы в нем можем полоскать. Причем полоскаем мы вот таким образом. Нажимаю на палочку нашей швабры, и она там полоскается. Дальше переношу в центрифугу, и здесь также нажимаю, и вот здесь выходит уже отжим. И дальше получаю абсолютно чистую тряпочку, которой можно продолжать мыть полы. Ну что же, мы сегодня с вами уже получаем классное ведро с двумя отверстиями, где мы моем и отжимаем. Мы получаем в комплекте моп еще с вами, ну и также саму швабру, дорогие друзья. Если ваша уборка доставляла вам одни хлопоты, сегодня никаких хлопот, а одно сплошное удовольствие вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу и вместе с нашим центральным предложением сегодняшнего дня. Ну, вот могли ли мы подумать, то, что мытье полов будет доставлять удовольствие? Я ты сказала, удовольствие. Все-таки мытье полов — это всегда такое грязное, мокрое дело, когда нужно перчатки надевать. Слушай, если честно, она у меня тоже уже мокрая и грязная. Уже тоже мокрая и грязная, да, после первого эфира осталось. Да. Дальше, друзья мои, ну, мы берем ведро, мы берем обычную швабру и дальше начинаем мыть. Ну, давай, попробуй-ка ты сейчас помыть всю эту историю, да. Вот такое ощущение, что ты не моешь, а развозишь специально грязь для того, чтобы мне дать больше работы. Ну и дальше приходит на помощь наша великолепная швабра. Королева швабр, так я ее называю, потому что она позволяет вам, во-первых, легко собирать загрязнения, причем неважно, сухие загрязнения, какие-то уже присохшая грязь, либо что-то вы разлили, смотрите, как великолепно, и впитала, и собрала все, что развела здесь света. Ну и самое главное, это то, что происходит потом. Не нужно дотрагиваться до тряпки руками, вы просто переносите ее в ведро, дальше снимаете замочек, здесь вот такой полоборота делаете, и все, и швабра начинает вращаться, как детская игрушка Юла. Здесь мы с вами пополоскали, а здесь мы с вами отжимаем. Ни разу не нагнулся, ни разу не дотронулся до тряпки руками, а тем не менее помыл уже огромную кучу полов. Вот такая вот не швабра, а система для мытья полов, которой будет довольна любая женщина. Так, подождите, вот у меня дома и ламинат, и плитка на кухне. Слушай, если честно, я делаю как можно чаще влажную уборку. Друзья, ну вот с такой историей, мне кажется, сталкивается каждый человек, что сначала мы размазываем грязь, а потом мы ее только убираем. Это вам 10 раз надо отжать, помыть тряпочку, да, и вот какую-то историю такую проделать. Да. С нашей тряпкой мы сегодня убираем, друзья, да, за считанные секунды. Ну смотри, как быстро все происходит. Кафель я уже помыл, дальше за тебя здесь домываю я линолеум. Посмотри опять же, да, как впитывает она. Обратили внимание, что у нас не просто тряпка, у нас здесь именно насадка, выполненная из косичек. Знаешь, как шевелюра блондинки такая, да, очень пышная, которую вы легко и просто можете собрать загрязнение. Дальше. Грязная тряпка, да ничего страшного. Не нужно ее бояться, и самое главное, не нужно прикасаться до нее руками. Вы ее просто берете, перемещаете в ведро. Еще раз, как переместили, снимаем вот здесь вот замочек, для того, чтобы она начала крутиться у нас, как Юла. Два и три. Три раза покрутили. Тряпочка уже у нас чистенькая, и дальше
Вот здесь вот уже тоже раза 3-4 мы делаем. Слушай, еще смотри, такой вопрос, да? Но это классно, что она полоскается. Друзья, если вам нужна дополнительная насадка, вы можете ее приобрести за 99 рублей сегодня дополнительно еще одну насадку. А если уже совсем запачкалась и в ведре не отмывается, Леш, как-то можно постирать эти мопы? Да, вот опять же, она очень легко снимается с самой швабры, вы наступаете на тряпочку ногами и выдергиваете. Ой, все. А косички на месте все остались. Да, здесь мы видим колечко, вы берете за это кольцо и отправляете в стиральную машинку. Чтобы надеть насадку, опять же, ставите сверху и прижимаете пальчиком. Раз, два, все, швабра готова. Легкая, гуттаперчевая, друзья, под любыми поверхностями все помоет, под креслами, диванами. Лето – это много пыли, много микробов, экономьте свое время и делайте влажную уборку как можно чаще, но намного проще сегодня, потому что наша с вами швабра, она уникальна. Она впитывает любое количество воды, цена только сегодня 999 рублей. У нас есть с вами три модификации. Это голубой цвет, также есть яркий, насыщенный, прям летний такой вкусный салатовый оттенок и страстный красный. Слушай, Леш, но почему же вот эта тряпка, да, можно так сказать, на швабре, впитывает уйму количества воды за счет чего? Ну, во-первых, она сделана из микрофибры. Это тончайшие ворсинки в десятки раз тоньше человеческого волоса, которые великолепно как раз вот впитывают в себя загрязнение. Вот так сделаны косички. Косички сплетены из сотен тысяч вот этих микроворсинок. И во-вторых, то, что это не просто тряпка, да, а именно косички. Их огромное количество здесь, то есть она очень пышная такая шевелюра. Именно поэтому она хорошо собирает как сухие загрязнения, так и впитывает большое количество влаги. То есть называется свойство гигроскопичность. Вот здесь мы, смотрите, развели какие загрязнения. Свете очень нравится загрязнять, да, а не мыть. А мне нравится мыть. Когда под рукой есть такая швабра, а она у меня дома, кстати, есть, Свет, да, я легко и просто мою полы одной шваброй сегодня, и одним ведром. Сегодня решающий день, когда вы начинаете новую жизнь и новую чистоту в доме, потому что легко и просто с помощью нашего набора «Большая уборка» вы убираете свой дом. Также вы дополнительно можете взять вот такой пушистый моп за 99 рублей. Совершите свою первую покупку прямо сейчас. Цена только один день действует – 999 рублей.